Так, как всегда, я пропустил момент. Вот наша красотулька. У ней ствол. Там она уже цементирована. Я не стал разбирать, тут уже ранее до меня делалось. И она стоит на опоре. Она вообще уходила туда до соседей. И здесь вот они между собой, они смыкались. Вот здесь довольно-таки сделал вроде бы как бы воздух, чтобы не было сплошной вообще тени. При этом у нас же еще внизу папоротники. И вот. Но смотрится это по утрам, и вообще очень необычно. Покажу поближе. Здесь не стал, специально веточки оставил. Здесь у нас две мощные ветки, она поболела раком. Больные части были убраны, произведена промывка ран. Опять промывка ран, будет обязательно старые деревья, нужно обязательно ухаживать. Покажу, как это все выглядит с этой стороны. Ну, здесь просто у нас как бы... Здесь до соседей у нас ветка пока одна оставлена, но она как получается не сколько до соседей, она над забором. Здесь виноград. Виноград это девичий все время норовил на яблоню. Здесь ветки подобраны. Сделано так, чтобы в итоге от соседей не пеньками, а как аккуратно также продолжение, естественно, это у нас свисали ветки. Основной принцип обрезки, опять же, на переводы. И точно так же высота в районе 5-5,5 метров для сильнорослых дерев. Это, кстати, вот это тоже дерево повыше, тоже это в районе 5-5,5 метров. Вот где-то там вот так вот. За счет того, что делалось в прошлом году также весна-лето, замечу, в принципе, все освещено, побеги есть, побега избытка, побега нету. И этот же размер буду держать. Если ты утверждаешь, что это сильный старый сад не может быть красивым, ну, полюбуйтесь, как это выглядит потрясающе. Здесь специально сделал, вот рядом яблоня стоящая, которую только что мы осматривали. От нее у нас выходят ветки, вот они еще идут. Я их постарался переводом сюда поближе к яблоне поджать и той поджать. Тем самым у нас получается легкий прогал, просвет. И вот создается ощущение легкости, массивности. Это какой-то такой, некоторые сказки. Ну, в принципе, данный уголок, обзор, я считаю, можно подвести итоги. Уголок получился очень прекрасен. Старые яблони выдержали в прошлом году прекрасный экзамен по урожаю. И на следующий год тоже уже почка все заложена, будет у нас чудесный урожай. С чего начинали, ушли плавно к этим. Ну и в принципе к вопросу, когда работа весна-лето, я говорю, не всегда летом нужно. Вот на данном случае я специально оставил, мне нужно более длинные побеги. Вот заметьте, побег длинный, он уже наклоняется. Длинные побеги не наклоняются, наклоняются, и вот эти побеги уже на меня наклоняются. Они сейчас дорастут, и мне нужно, чтобы она была более такой паниковой кроной, что в принципе они сами и делают. А дальше я чуть-чуть подрегулирую. Все, всем пожелаю хорошего настроения, удачи и пока.